В регион прошло долгожданное тепло, и жители устремились к воде. Однако далеко не все предпочитают официальные места для купания. Статистика красноречива. Ежегодно в период купального сезона тонут люди. Основные причины трагедии – купание в неустановленных и необорудованных местах. Для предотвращения происшествий на водоемах области инспекторы ГИМС почти ежедневно выходят в рейды. На этот раз патрулирование акватории Волги, упор на так называемые дикие пляжи. В ходе контрольно-надзорной деятельности проверяются базы сооружений для стоянок маломерных судов, также пляжи и необорудованные места купания. Смотрится, как производится купание людей в данных местах. Если это оборудованное место, то как налажена работа спасателей. Нарушителей долго искать не пришлось. Дальше грузового порта была обнаружена молодая пара, которая плыла, держась за корягу. Сотрудники МЧС подняли нарушителей к себе на катер и провели беседу, пояснив, что в этом месте купаться запрещено. Тем более предмет, на чем вы купались, это не вода. Наоборот, вы хотели... Это вам не нужно никак. Вы могли пострадать, вы могли травмироваться. С начала этого года на территории области уже утонули 11 человек, в том числе двое детей. Цифра не стала больше только благодаря плохим погодным условиям. Анна Тищенко, новости Ульяновской правды.